Справа от меня исполнитель главной роли в сериале «Законы Дикого Запада» Рик Далтон. А слева от меня его дублер Клифф Бут. Итак, Рик, расскажите зрителям, чем именно занимается дублер. Актерам приходится исполнять опасные штуки. Клифф помогает им нести эту тяжкую ношу. Вы согласны с этим утверждением, Клифф? Что, нести его ношу? Да, как-то так. Мои руки – смертельное оружие. Если я случайно в драке тебя прикончу, то сяду в тюрьму. Да кого угодно посадят, если он прикончит человека. Убийство называется. Однажды в Голливуде. Снято! Ты самый крутой актер, которого я видела в жизни. Спасибо. Эрик чертов Далтон.